идет. Давай, братуха. Какой тяжелый. Что там за говно? Твою мать. Ты что, дома? Черт, ну твою мать, нахрен. Мы на этот сундук нажали. Я так и знал, что это ловушка. Это что? Это дом? Пустые. Черт, возьми тебя нахрен. Так, пока братан, а тут больше. Пусть тут поваляется. Так. Что там? Человек? 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 What the fuck? Один зомби! Я сдохну. Так быстрее надо пожрать. Что они тут делали? Походу кого-то пацана сожрали. А хорошо за. Так, слышишь, сейчас надо чтобы. Пушку тащить. Где я его положу? Черт, какой он тяжелый, а. Давай. Так, все, отлично, я его положил. Чё, это за ночь? Надо закрыться. Даже не знаю, как этот механизм он сделал. Так, что тут у нас есть? Пластинка. Чё еще тут? Чё делать-то? Чё? Так, надо лекарство. Как это сделать-то? Так, нам надо... Так, аптечка. Птичка, как это скрафтить? Так, снег, это снег, так надо, еще снега. Так, быстро. Как сделать?
по одному блоку кинуть. Ой! Давай, надо наш тоже. Еще вот так там. Сейчас это все песком засыпать, так все. Думаю, там будет достаточно. Еще надо вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Еще супчик мне надо дать. Все. Лег, блин. Лег бы и я тоже спать, это уже ночь. Так, не так. Там спит. Так. Черт! Нет! Скотина, он уронил меня. Опа. РПГ. Снова РПГ выпали. Нормально. Погнали дальше. Так, я думаю, его надо закрыть, чтобы он сейчас карабанул. Это будет не очень хорошо. Ё-моё, чё тут так трудно-то, а? Случай! Нет, зараза. Отлично. Мясо есть. Добывать мясо себе. Каким-то образом. Что? Нет, мне не показалось. О! Я думаю, надо дерево взорвать одно. Что-то закопали. Все, ладно, надо домой уже возвращаться. Потому что смысла нет уже тут. По деревьям хренакать. Так, я не знаю, надо этот дом еще обшарить. Вдруг там кто-то будет. Кто? Мужик! Ты кто? Мужик, мужик, отстань от меня! Черт! Вот тут без РПГ не обойтись. Так. Получайте! Ну все, иди сюда! Ты что делаешь? Чай! Так. Там должен был на труп остаться. Да. Нифига себе. Вот он. Горит тут. Так, надо как-то тушить. Паскуда. Хотел моего друга, да, грохнуть? Да фиг тебе, понял. Так. Надо быстро его закопать сейчас, а то еще... Подумаем, что дом убийств. Хотя кто может подумать-то?
Зомби-апокалипсис, значит, конец света, короче, можно так сказать. Но все равно надо его закопать. Закопаем вот так вот, так вот, так вот, так вот. Так вот. У меня блоков нету. Да и ладно, я его сейчас просто всяким мусором закидаю и думаю, его не будет иметь. Так. И вот так. Ну, и там все, пусть он тут валяется и... Домик. Так, открываем домик. Так, братуха. Братан. Очнись. О, братуха. Что было? Это мы. На, выпей таблеточку. Где мы? Неважно. Короче, я спас тебя. Ничего себе таблеточка. Да. Это уголь? Это деактивированный уголь. Короче, я около нашего дома какого-то этого был, чуть без лета, вот тебе. На броньку. Это вот тебе, это тоже тебе, вот забирай. А ты что такое? Ну-ка, ты, короче, побеги. База Ро написано. Ты знаешь это? Это же знакомая база! На, короче, вот тебе нахер каску или что это. Это же знакомая база. Ну почему-то пишется черепаший шлем. Ну ладно. Да, есть. А вдруг каска из черепашьего шлема? Может это панцирь маленькой черепашки. Я думаю, нам надо опять уже двигаться в путь. Да давай мы тогда возьмем что-нибудь. Да тут больше нету. Ничего. Понимаешь, ничего. Все, братан, все, погнали. Дверь. Да, закрывай, пошли отсюда. Опа. Это что? Цветачка. Гоба, ну быстро, давай. Садись. Опа. Стой, подожди. Сейчас я к тебе сяду, стой. Не двигай. Как? Я почему-то к тебе сесть не могу, слушай. Там... Так тут двери замазаны. Все нафиг. Окей, у меня тут хоть вторая есть. Сейчас, подожди. А, погоди. Сейчас, подожди. Быстренько. Кажется, я вижу тут. Все, поехали, да, поехали.